В среду вечером новые пожары вспыхнули в лагере беженцев моря на греческом острове Лесбос. Накануне значительная часть комплекса уже была уничтожена огнем. В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания. В лагере, рассчитанном на 2000 человек, содержится 13 тысяч нелегалов, а накануне руководство еще ввело режим изоляции из-за вспышки коронавируса. Я признаю, что условия тяжелые, но ничто не должно служить оправданием для бурной реакции на медицинские проверки и тем более для массовых беспорядков. Ситуация в море и не может оставаться прежней, поскольку это дело общественного здравоохранения, гуманизма и национальной безопасности. Мигранты, которые лишились крова, а многие и всех пожитков, вступают в столкновение с полицией. Местные жители опасаются, что теперь обстановка на острове и так неспокойная, станет совсем невыносимой. Я не представляю, куда теперь все они отправятся. Я чувствую, они станут забираться в наши дома. Люди начинают бояться. На всем острове объявлено 4-месячное чрезвычайное положение. К берегам Лесбоса направлен паром, который будет временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.